Всем привет, это гороскоп, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. В семье вы будете лидером и находиться в центре внимания. Телец. Поездки и публичные выступления планируйте заранее, чтобы избежать недоразумений. Близнецы. Вблизи от дома день подарит много приятных воспоминаний. Рак. Обратите свой взор в сторону сбалансированного питания. В этот день оно вам не повредит. Лев. Умение находить компромиссы у вас очень развито и в этот день поможет вам. Дева. Вам будет казаться, что все покупки и встречи этого дня никчемные, но на самом деле это далеко не так. Весы. В личной жизни звезды советуют вам в этот день быть разборчивей. Скорпион. На удивление представителей вашего знака, этот день будет складываться особенно хорошо. Стрелец. Отдыхайте в этот день и физически, и морально. Вы заслужили небольшой отпуск. Козерог. Ваша деятельность в этот день может привести вас к финансовому успеху. Водолей. Вы будете совершать поступки, способные вызвать зависть и восхищение. Рыбы. Не проявляйте слабость или невоспитанность по отношению к своим коллегам в этот день. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!